когда вас на зимнюю форму будут переводить? Да какую? Все выдали, вот все, больше ничего не дадут. Что, одни бушлаты, что ли? Ну с чего бы тебе что-то еще давали? Я понять не могу, с чего? Им там людей одевать нечем, в России сюда еще что ли что-то присылать? А тут как быть? В смысле, ну вот так. Вот именно сюда. Что я совсем... Как в прошлый раз. Всех оденут, те придут, а вы что? Как оборванцы будут, блядь, обмораживаться. Всю зиму сидели, ничего, без бушлатов, без спальни. Ну вы сами поехали, без бушлатов. Ну, сказали так, так сказали. Вы рванули сами без ничего. Как сказали, так и поехали. Не берите с собой ничего лишнего. Угу. А мы что, вообще я в шоке. Ну я так думаю, раз столько людей уже кинут, значит и технику ж какую-то кинут. Да, да, 64-ки кинут, да. Все старее кинут. Ни одной новой техники здесь нет. Есть снаряды, привезли вчера награды. 50 каких-то годов. Ну они какие-то, как, ну, очень старые, короче. Ну стреляют. Еще знают, не стреляли, еще не пробовали такие стрелять. Они какие-то там... Там разлетаются сами, что-то ищут. Советские какие-то.